Друзья, привет! Я очень рад изменениям, которые произошли в городе Кушва. Здесь, оказывается, открылось 3 фитнес-клуба. Открылась замечательная площадка спортивная за моей спиной. Сделали дорожку беговую. То есть я вот пришел в 7 утра, может, в начале 8-го. Здесь уже человек 10-12 ходят по дорожке. И на турниках тоже люди подтягиваются. Поэтому, кушницы, у вас теперь нет шансов сказать, что а где нам заниматься. Это только в больших городах есть тренажерные залы и спортивные площадки. Фиг вам, больше у вас отмазок нет. Поэтому все дуйте на спортплощадки. Будьте здоровы!